Всем привет, друзьям и зрителям моего канала, мое почтение. Сегодня мы будем готовить мясные улитки на овощной бане. И сейчас я вам быстренько покажу, что нам надо, и начнем готовить. Итак, друзья, для наших мясных улиток нам понадобится 0,5 кг фарша. Фарш мы помололи уже 3 луковицы, поперчили, посолили. Здесь мы взяли 3 перца, зеленый, красный, желтый, вот таких 5 луковиц, 4 чесночка, 4 зубчика и 2 морковочки. И томаты Аль Натура, вот такие вот биотоматы, перец, соль и немножко нане возьмем, это мята. И масло для тушения овощей. Для начала мы сейчас приготовим сразу тесто. Такое, как на пельмени, и оставим его немножко стоять. А тем временем, пока будет стоять тесто, мы порежем наши овощи и поставим их тушиться. Итак, друзья, для теста мы возьмем вот такой стакан муки, 2 яйца, 1/2 яйца. Поперчим, посолим, все делаю на глаз, и немножко воды, и замешиваем тесто, как на пельмени, как я уже сказал. Может быть, даже в процессе добавим немножечко муки. Вот так вот, друзья, мы вымешиваем наше тесто. Такое вот тесто, как на пельмени. Вот видим. И оставляем его на 15 минут. Или пока пусть стоит, пока мы не закончим с овощами. Итак, друзья, как вы видели, тесто мы подготовили. Фарш заправлен, тоже готов. И теперь мы должны подготовить наши овощи, то есть нашу овощную баню. Мы сейчас все это, здесь у меня разогревается масло. И сейчас я порежу лучок на наши прекрасные терочки. Вот так вот быстренько. Так, что там? Так. Так, овощи мы должны порезать крупно, вообще замечательная терочка такая, как хорошо она режет. Итак, лук мы отправляем уже в нашу сковороду. Значит, так, что она не снимается у меня? А, вот так вот. Масло уже разогрелось. И отправляем сюда, в нашу сковородку, лучок. Лучок наш обжаривается, и мы сюда натрем морковочку. Итак, друзья, морковочка с лучком обжаривается, и мы также нарезаем перчик вот так вот, вот такими, можно сказать, большими полосочками, и также его отправляем в нашу сковородочку. Наши овощи вот так обжариваются. И сюда мы сейчас выдавим наш чесночок.
Друзья мои, овощи уже наши практически готовы. Но сейчас мы еще добавим сюда томаты. И они дотушатся вместе с томатами. И, разумеется, тогда уже и добавим соль, перец. И я решил добавить в наши овощи, как я вам в начале видео сказал, мяту. Так называемую. На-на-на-не, айде подвела мине. Так. Вот такие биотоматы. Вот такая у нас овощная баня для наших улиточек. Итак, солим. Перец. Перчим, 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 перчим. Так. Сюда. Отправляем чуть-чуть меньше чайной ложки мяты. Ох, какие запахи стоят, друзья мои. Все, ребята, оставляем это дальше тушиться и занимаемся дальше нашими шнеками. Итак, дорогие друзья, теперь занимаемся нашим тестом. Соус наш готовится, наша овощная баня. И теперь нам надо раскатать тесто. Раскатываем тесто. Такой вот тоненький-тоненький пласт. Итак, наше тесто мы раскатали. И теперь мы укладываем сюда фарш. Ложкой и вот так его распределяем. Итак, друзья, фарш мы распределили, и теперь аккуратненько скручиваем. Наш такой рулет. Вот. И нарезаем вот такими шнеки. Шнеки — это улитки по-немецки. Итак, друзья, вот с этого рулета и с этого количества, точнее, с этого количества теста и полкило фарша у нас получилось 12 улиток. Шнекен. По-немецки улитки шнекен.
И теперь наша овощная баня принимает на себя такую вот обязанность приготовить нам наши шнеки, наши улитки мясные. Готовятся они в течение получаса до готовности фарша. Осталось 3 штуки, придется доделывать потом, когда вот это все будет готово. Итак, друзья, если вам понравился мой рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, друзья!